В общем, здесь есть над чем работать, мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет. Сейчас, секундочку. Фигаро, пожалуйста. Французская газета «Фигаро», Фабрис Ноденонгло. На парламентских выборах список «Единой России» во главе с вами получил 99% голосов в Чечне. При явке 99% похожие результаты в Ингушетии. Как вы думаете, это реальные цифры? И как вы думаете, может ли Дмитрий Медведев повторить такой же результат в марте? Спасибо. Кто у нас из Чечни? Вот коллега из Чечни. Как вы думаете, это реальный результат выборов в Чечне? Почему вы так думаете? Дайте микрофон, пожалуйста. Наверное, тот, кто был в Чеченской Республике вот в последние, с того момента, как Единая Россия возглавила парламент страны, тот, наверное, сам знает, что это, что вот конкретно делает эта партия в республике. Там разительные перемены как в экономике и социальной сфере, так и в восстановлении инфраструктуры, жилья. Это абсолютно реальные цифры. Лично все мои знакомые, в том числе и я, голосовали за Единую Россию. Знаете, в первую очередь за стабильность. Да. Вы знаете, я вот присоединюсь к мнению вашего коллеги, ведь народ устал. Гражданская война продолжалась чуть ли не 10 лет. И люди увидели в конце концов свет в конце тоннеля. Они поняли, что к ним относятся с уважением. Их интересы учитываются, и федеральный центр, наконец, начал не просто говорить, а вкладывать реальные средства в восстановление социальной инфраструктуры и экономики.